Всем привет! С вами товарищ Сафронов. Привет-привет! И вы что думали, не будет больше адвент календаря? Как же, мы же все должны открыть. Просто ездил в гости к бабушке с дедушкой. Кстати, вам всем от них привет. Они смотрят канал и любят моих зрителей так же, как и я. Всем привет передают. И они тоже являются моими зрителями. Поэтому вам тоже, бабушка с дедушкой, привет большой. Передайте им привет. Тоже им приятно почитать будет. Они у меня пользуются планшетом, компьютером. Такие прогрессивные. И поехали, поехали, поехали. Два числа и две шоколадки сегодня будет. Итак, восьмое число. Где? Вот оно. Восьмое число, все рушим здесь. Итак, открываем, что здесь. И здесь какая-то небольшая построечка, мне кажется. Так. Не нужно ничего лишнего. Небольшая построечка, но миленькая весьма. Это у нас фонарный столб. В принципе, для интерьера города неплохо. Но как отдельная игрушечка, такой странный. Тем более он черный такой. Если был бы какой-нибудь, я не знаю, деревянный, прикольный, а такой черный столб. Но из-за того, что на нем висит вот эта ветка елочки с красным шариком, он все равно клевый и в общий интерьер впишется. Поставим сюда куда-нибудь фонарный столб. И девятое число. Где девятое число? Не могу найти. А вот девятое число. И девятое число открываем. И что там? Я все разрушу. Я все разрушу. Сафронов уничтожает Рождество и Новый год. Нет, что здесь? Ух ты, прикол. А что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Я просто не очень знаю. Это выглядит клево, тут зеленый, красный, золотой и вот какие-то деревянные. Это трон Санты, на котором он сидит, и куда дети приходят, знаете, там Санта сидит где-нибудь в торговом центре обычно. Там показывают в фильмах и загадывают ему желание. Или что это такое? Выглядит очень новогодненько, но очень непонятно, что это. Напишите мне, пожалуйста. Вы наверняка же все знаете. Только спойлерить не надо, что там будет дальше. Ну, мне хочется так, я специально не смотрю картинки, и писать тоже не стоит, что дальше будет, кто знает. Вот, поэтому это мне не помогает. Итак, у нас, значит, здесь был фонарный столб и вот такая штука. Вот про эту штуку написать нужно, а что дальше не пишем. Посмотрим, 10 число, завтра откроем новую какую-нибудь, не на какую-нибудь, а 10 окошечко. Все удивительно для меня, шоколадки в целости и сохранности остались. О, здесь клевый, смотрите, шоколадка. Домик такой красивый, домик съел. А 9 число, посмотрим. О, 9 число, это ангелок. Ангелочка отдам Тане. Итак, все, всем пока, спасибо за просмотр. Ждите новое видео завтра, пока.